Журналисты БН исследовали южные районы Петербурга в поисках самых дешевых квартир-студий. Всего нами было обнаружено 5 жилых комплексов, где малогабаритное жилье стоило менее 2 миллионов рублей. К ним мы и отправились. Жилой комплекс «Босфор» компания «Лидер Групп» возводит в Шушарах. По сравнению с минувшим летом, дела на площадке явно идут веселее. Сооружается цокольный этаж. Правда, из 2 кранов работал только один, да и рабочих мы заметили совсем немного. Самая дешевая студия в этом объекте стоит 1 миллион 670 тысяч рублей. К строительству этого дома приступили в начале нынешнего года. Первое разрешение на строительство было выдано 18 декабря 2013. В октябре этого года было выдано новое разрешение на строительство, действующее до 16 сентября 2017 года. Впрочем, на сайте застройщика указан более ранний срок введения объекта в эксплуатацию – второй квартал 2016 года. Продажи квартир ведутся по схеме жилищно-строительного кооператива. Самые дешевые студии, чуть дороже 1,5 миллиона рублей, мы обнаружили в Красном селе. Здесь малоизвестная на рынке компания ТИР возводит жилой комплекс 2×2. Впрочем, на площадке, кроме груды мусора, мы ничего не обнаружили. Да и окружение не показалось нам симпатичным. Разваливающиеся двухэтажные домики пейзаж не слишком украшают. Очевидно, девелопер рассчитывает, что все эти недостатки компенсирует сверхнизкая цена. Этот объект появился на рынке совсем недавно, около 2 месяца назад. Разрешение на строительство, выданное в августе, действует до 22 декабря 2015 года. К этому же сроку планируется ввести объект в эксплуатацию. Средства дольщиков привлекаются по договорам долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. В Красносельском районе, близ Сосновой Поляны, на месте совхозных полей должен появиться целый мини-город. Солнечный город – самый крупный из заявленных проектов компании Settle City. Вот вся вот эта огромная территория, 185 гектар, будет застроена среднеэтажными домами общей сложности 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Плюс социальная инфраструктура, 13 детских садов, 5 школ и будет даже собственный лесопарк. Правда, все это перспективы достаточно отдаленные. Проект рассчитан на 10 очередей. Пока на рынок выведена одна очередь, это 2 12-этажных дома в общей сложности на 2400 квартир. Их обещают ввести в эксплуатацию в конце 2016 года. Ценник на жилье для Settle City, специализирующийся в основном на бизнес-классе, весьма гуманный. Самая скромная студия стоит здесь 1 миллион 910 тысяч рублей. Разрешение на строительство 2 пилотных корпусов этого масштабного проекта застройщик получил 12 сентября. Оно действует до 30 октября 2017 года. Согласно проектной декларации, дома планируется сдать к этому же сроку, но на официальном сайте обозначен более ранний срок введения домов в эксплуатацию – 4-й квартал 2016 года. Продажи квартир ведутся в соответствии с 214 федеральным законом по договорам долевого участия. Еще один новый проект Settle City тоже находится на самой границе города и области – в Усть-Славянке. Он, конечно, далеко не такой масштабный, как Солнечный город. 4 25-этажных дома в общей сложности на 150 тысяч квадратных метров жилья. Строительство пилотного корпуса на 800 квартир едва началось, а потому на площадке что-то разглядеть довольно сложно. Самая недорогая студия стоит здесь 1 миллион 870 тысяч рублей. Разрешение на строительство дома номер 2 было выдано 27 августа, сроком на 2 года, до 27 августа 2016 года. В сентябре было получено разрешение на строительство дома номер 3. Оно действует до 29 августа 2016 года. В проектных декларациях указано, что дома собираются сдать до окончания сроков действия разрешения на строительство. Но на официальном сайте, опять же, указан иной срок сдачи, по крайней мере для второго корпуса, это 1-й квартал 2017 года. Продажи квартир ведутся по договорам долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. Жилой комплекс «Невская звезда» находится совсем рядом с метро, станцией «Пролетарская». Но и здесь есть дешевые студии за 1 миллион 920 тысяч рублей. Правда, только во второй очереди, которая вышла на рынок пару недель назад. Пока на месте корпуса на 342 квартиры работают бульдозер и единственная бурильная машина. Нулевой цикл едва стартовал. Продажи второй очереди этого объекта начались 1 октября. Разрешение, выданное 4 сентября, действует до 4 марта 2017 года. В марте же 2017 года предполагается ввести объект в эксплуатацию. Средства дольщиков привлекаются по договорам долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. Отметим, что дешевые студии теперь появляются в прайс-листе тех застройщиков, которые ранее в эконом-классе не работали. Но таковы уж реалии сегодняшнего дня. Девелоперы в борьбе за потребителя просто вынуждены быть гибче, нежели раньше. Павел Генев, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков. БНТВ.